Да, записывается видео. Скажи еще раз, про что? И тогда... Как из твинмоушена вытаскивать растения с лодами. Отлично. Экран запустился. Да, тебя видно. Так, сейчас, секунду. Вот где мышь. Сначала надо установить TwinMotion контент для Unreal. Вот этот вот найти в библиотеке. А затем в браузере ассетов включить вкладку Show Plugin Content. Вот это вот. Затем вот появляется куча всяких папок, и в ней надо найти TwinMotion контент, ну, папку вот эту. И в ней просто выбрать Static Mesh, и весь контент, который как бы есть мешами, появляется. Соответственно, дальше берете любое, ну, все что угодно, все что здесь есть. Если кто-то юзал деревья, которые по названию там подходят, можно выбрать те же самые. Сейчас найду буши какие-нибудь, потому что они попроще. Так, вот, открывается mesh. И здесь надо смотреть, там лоды не у всех есть. Ну, как бы некоторые автоматические, некоторые предустановленные. То есть... Вот, допустим, лот 3. один треугольник минимальный всех. Вот 628, ну, допустим, там 51, вот третий лот. Export Selected GLTF любую папку. И в экспорте надо выбрать Default Level of Detail, то есть третий там, который если нужен, там, чтобы минимум был 51, чтобы соответствовал. Материалы там эти не все совпадают с JoltF и Unreal. Надо будет, если что, корректировать. Собственно, вот, все, он загружается в Blender. Точно так же будет работать на движке. Все. Круто, круто. Так, все, закончу сейчас быстренько. Огонь, огонь.